Привет, друзья! Сегодня будет кино от Сережи Язовского из Аликанте. Я нахожусь утром рано, в 6:20, на железнодорожном вокзале в Аликанте. И мы садимся на поезд по направлению в Барселону. Наш поезд похож на утку. Прошли контроль. Каждому понятно, что я не мог снимать, как мы подаем билеты. Наш вагончик 6-й и поезд. Садимся. Смотрите, какой интересный поезд. Евромет. Есть даже телевизоры. И может, мы посмотрим кино. Великолепная Испания. Нам на халяву подарили по наушникам от компании Renfe. Тронулись. За окном еще раннее-раннее утро. Смотрите, мы едем со скоростью 199 км в час. За бортом 7 градусов Цельсия. Мы так быстро едем, а совершенно ничего не чувствуется. Встает солнце. Проехали мы Валенсию. Остановка была 20 минут. Едем. Какие мы проезжаем виды после Валенсии. Симпатява. Кино в своих наушниках. Качество звука ужасное. Смотреть возможно, слушать невозможно. Едем в Барселону. Опять какой-то замочек на горе. Опа, что я увидел на горе, далеко-далеко, стоят вентиляторы уже, о, сколько их тут. Купил, друзья, кофе, 2,10, без молока. Евромет. Что за станция такая? Барселона. Ильчурская. Хеллоу. Друзья, мы так быстро едем, что я даже не знал, что мы уже приехали в Салоу. Стоянка была минуты две, наверное. Может, чуть больше. Да. Поехали. Покажу вам Салоу. Это известный городишко многим туристам. Как он выглядит. Ну, какие строения интересные мы проезжаем. Нефтебаза, что ли, какая-то. Вагоны, наверное, везде одинаковые. А вот трек-мобиль, который ездит по рельсам или по дороге. Это целый просто большой, огромный город. Нефтеперерабатывающий, наверное. Очень большой. Или газа. Опасно здесь жить рядом. А у нас в Аликанте нет ничего, никакой промышленности. Ха-ха-ха. А это их дачи. Смотрите. Очуметь. Дачные участки.
Как вам, нравится, нет? Да, даже я удивлен. А вот это особенно бомба. Это цыганские какие-то, наверное. И мы приехали в Таррагону. Очень большой город перед Барселоной. В Таррагоне мы простояли буквально 3, ну, может быть, 4 минуты. Покажу вам билетик, распечатанный мной. Вот смотрите, 5 часов езды. Зелени, конечно, здесь намного больше, чем в нашей провинции Аликанте. Дома самые разные. Все очень плотно застроено. Очень. Не повезло мне. Те, кто справа, видят море. Вот смотрите, насколько разница в температуре. У нас сейчас в Аликанте 19 градусов. Наблюдаете? А будет сегодня до 21. А в Барселоне, под Барселоной, мы еще не доехали. 15. Есть разница. Зато здесь все так симпатяво, зелено. Но очень много людей живет. Толкучка. И опять гигантские какие-то комбинаты перед Барселоной. Почти до 200 мы разгонялись только от Аликанте до Валенсии. А дальше все тише, тише, туннели. Мы подъезжаем к Барселоне. Начинаются разные промышленные зоны, здания, огромные парковки и так далее. Барселона Санс. И нам на выход. Большой вокзал. Барселона Санс. Кто здесь не был, смотрите. И держите свои кошельки. Мы идем на такси. Барселона Санс. Едем. Покажу вам немножко Барселону из окна такси. Мы едем не на пляж, друзья. Мы едем по делам. А потом оттуда мы уже будем посвободнее, постараюсь что-то снять. Смотрите, какая красота! Какой-то старинный монастырь. Идем дальше. А теперь, о чудо, друзья! Живые черепахи, ползущие у Барселоны, вернее, в Барселоне. Она смотрит, подняла голову, а вторая ползет. В Аликанте такого нет. Их бы давно, может быть, отправили на черепаший суп. А вторая-то как ласты откинула. Надо же, вытянула ноги, и вторая тоже типа того. Красота! Барселона! А вот
друзья, вам Пласа Каталуния, главная площадь Барселоны. Вот она, красавец, площадь Каталунии. На этой площади всегда просто целые стаи голубей. Вечером здесь играют всякие музыканты. Мероприятия проходят интересные. Ну, вот так. Главная площадь, она и есть главная. Сегодня пятница. Время почти 4 часа дня. И поэтому людей, конечно же, нет. Заканчивается сиеста. Вон ходит, продает палки. Смотрите, что творится. Смотрите, 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 смотрите. Видите, что творится? Его съедят сейчас голуби там. Фотой. Ой. Бедный ребенок. Вокруг голуби. Как бы не налетели на него. Нет, по чуть-чуть, немножко. Вот, а тут, оказывается, русскоязычные кормят. Вы не боитесь, что она его съест? Да. Они его съедят. Да. Голуби. Шикарный вы сделали ребенку подарок. Ой, сколько их, ну надо же, а. Ира, фото, и у меня батарейка кончилась на мобильном. Да. Ну что ж, вот такая она, площадь Каталуния. Опять мы сели в такси и поехали. Были у нас очень важные дела. Показал я вам главную площадь. Не успел на Рамблу. Но правда, важные дела были. Что успел снять, то успел. Вот такая она. Вкратце, Барселона. Вот он какой, друзья, большой. Барселона, Санс.
паровозик. Едем в Аликанте мы. До свидания, Барселона.